покупай кому филяй. Почтение. Мое почтение. О. Так, ну давай, классика. Рассказывай. Ты кто? Коммунист или куколдист? Я вестник бури. Что? Громче говори. Вестник бури. Так, вестник бури. А чё мальчику-то писал? Я не писал. Я не писал. Чё ты ему там писал-то, блядь? Там какой-то базис хотел показать, надстройку какую-то. Может, этот, как его, марксист, блядь? Там в коммуне мальчиком пи... Это тоже видос со Старого Мира, да. И этот видос со Старого Мира. И этот видос со Старого Мира. А вот этот уже из нового. Письки теребить любишь? Почувствуйте, как говорится, разницу. Нет, мы просто общались. Мы общались просто. Так, общались просто. А нахуй ты ему каких-то мужиков присылал там? Ленина какого-то, Сталина, а? Это вожди мирового пролетариата. Кто? Вожди? Ты вождей любишь? Значит, давай сделаем так. Я сейчас расстегиваю ширинку, а ты мне показываешь все прелести марксизма-ленинизма. Давай. Я не буду. Что значит не буду? А с мальчиками ты хотел это сделать, а? А, сука, а? О, смотрите, какого я Кузьму нашел. Это что, твой член партии? Смотрите, какой толстенький кулачок. А чё ты такой толстый, блядь? Ты себя-то видел, нахуй? Ты чё, весь хлеб от прот развёрстки сожрал, что ли? Ребят, ну не надо, ребята. Хорош, ребят, ну не надо. Но. Так это чё получается? Мы целую коммунистическую ячейку тут нашли? Давайте, говорите. Мы, значит, рассказывали мальчикам про прелести коллективизации, про марксизм, ленинизм, и хотели посвятить их в октябрята. Но очень жалко, и мы очень сожалеем. Так, молодцы. А теперь... Эх, где теперь Тесак, а где теперь Стасик, как просто и рудой? Целуй молот. Давай. Давай, целуй молот. Значит, сегодня продуктивный день. Мы поймали двух комусеков, блядь, которые пытались, значит, пытались мальчиков приучить к своей коммунистии. Значит, мы, значит, всем расскажем, кто это, где они живут и работают. Значит, присылайте нам своих, значит, комусеков. Если вы кого-то заподозрили в коммунистии, все сразу к нам присылайте, мы разберемся. Все, всем пока. Дядь, ну ты видел? Этот хуй жирный еще мне пытался айфон впарить, блядь. Я в ахуе просто. И на кинопластике многие судят по внешнему виду, и по наушничеству говорит Господь, я буду судиться в таком время побольше, и рука моя занесена на найсы подпись, я буду проводить через затой, а давай тоже, я буду ставить на рисай. А что за рэпчик в конце?